посылочка лежит уже дома несколько дней, все не доходят руки распаковать и снять. Здесь кофта, вернее рубаха, непонятно, то ли в русском славянском стиле, то ли в индийском стиле, то ли еще в каком-то. Короче, натуральная, то ли льняная рубаха, то ли хлопковая. Я такую уже покупал, заказывал, 11 что ли долларов. Только она была в другом цвете, в бежевом цвете. И там был максимальный размер 4XL или 3XL. Ну, вот этот взял на размер меньше и цвет серый. Если кому интересно. Так. Рукав у нее короткий. Вернее, рукав должен быть нормальный, длинный. Но он короткий. А, вот это вот 4XL. Значит, тот 5XL. Примеряем. Вот так вот она выглядит на мне. Рост у меня 185, размер, наверное, 52. 4XL рукав короткий, ну, это у меня нормальное дело, что рукава у меня почти все короткие. Причем плечо у нее вот здесь вот. В прошлый раз я расстроился, но я в ней ходил, она прям легкая-легкая, чуть ли не прозрачная, на лето прям. Вот в жару 40 градусную, она прям вообще меня выручала. Но размер, мне кажется, вот та рубаха первая, она такого же размера. Надо посмотреть, что я заказывал. В описании напишу. Ну, вообще, я закатывал рукава. И вот так вот ходил в штанах светлых, хлопковых. Как с Бали приехал. Ну, и если... Еще в мастер-классы проводил, ремнем подпоясывался и вообще как русский молодец. Вообще ничего, так нормально, но у нас лето закончилось, уже холода, поэтому только на следующий сезон буду в ней ходить. Вообще так рекомендую, на лето, на жару прям вообще классно, свободно. То есть она и под джинсы можно, как бы, вполне себе. Ссылку оставлю в описании. В принципе, за эту цену рекомендую.